Nacon. Nacon. Компания Nacon. Компания Neo Pika. Дара Midway собственной персоной. Powered by Unreal Engine 4. Hunting Simulator 2. Всем привет, это Дара Midway. И сегодня наконец-то долгожданная рубрика Demo Day, когда я играю в демки. У меня сегодня Симулятор Охотника, вторая часть. У меня есть 2 часа, чтобы в нее поиграть. Смотрите, кролик. Как вы знаете, я очень круто стреляю на PlayStation, поэтому это как раз таки игра для меня. Так, режим охотника. Исследуйте дикую природу, охотитесь на животного. Режим лесничего. Защищать и оберегать. Вот девиз каждого лесничего. Почувствуйте себя в роли лесничего в новом сюжетном режиме Render Live. Так, давайте, режим охотника. Я муж. Нет, подожди, а что я могу выбирать? А, в смысле, вот, понял. Я муж. Проснись и бой, сегодня знаменательный день. День твоей первой охоты. Я тебе помогу и подскажу. Ну что, будем учиться? Конечно, я не играл. Тогда вперед. Окей, let's go. Давай, выходи из хижины, тебя ждет природа. Я слышу водопад рядом, кстати. Урыть прям. Выйдите из хижины. Окей. Хорошо, тем за дело. Наверняка где-то тут следят. Как следует и поищи следы. Если нет никаких следов. А, вон, 40 метров. Так. Кто же это? Медведь? Где след? You're gonna have to analyze this track if you want to know what kind of animal we're hunting today. Я не вижу след даже. А, во, вижу. Это кабанчик. А, нет, олень. Легендарный белохвостый олень. Да, ну, so we know it's a white tail. We don't have a license or a weapon for it yet. Так, лицензии на него нет. Would you mark this location on your map and then return into the cabin? I'll get you the right license and weapon for when you get there. Так, нажмите открыть карту, нажмите нажать метку. Вот тут у нас белохвостый олень. Все. Там у нас белохвостый олень, лицензии на него, к сожалению, нет, и стрелять я его не могу. Okay. I think you're ready to go hunt that white tail, then. Погнали охотиться. Дара охотник, ё-моё. I got you a little surprise. Что за подарок? Right. Ух ты! Бигль! Как я его назову? Дайте имя новой собаке. Нормально? Не, обидеться еще. Да, я хочу назвать собаку Пушка! Reminds me of my old border collie. Серьезно? Okay. Well, let's get back to those. Check your map to find the marker you placed. Так, открыть карту и найти свою метку. Вот она. Да. Погнали. Бигль за мной. Ой, бигль говорю. Пушка, пушка, пушка за мной. Пушка страшная. There we go. Так. Dog собака found the след. Ну-ка. Good job. And you should praise them for doing a good job. This will increase their drive and make them more obedient. Так. Красавчик. Ну? Now that you have your dog, if you did, you can instruct them to follow a trail from this track. A dog is following a trail. They'll go to the next track and wait for them. Okay. Let's keep following this trail for a bit. I'm sure you'll run into something. Давай, пушка, ищи, ищи, давай. Охотимся за легендарным белым оленем. Я иду за ней. Вот же она прям рядом со мной. Go get it. Dog found the track. Так.
Где звуки водопада очень громкие? Где тут водопад? Hunting can be a slow game. You need to have nerves of steel and an incredible amount of patience. Это не про меня, это не про меня. If you keep following the tracks, you're bound to run into an animal eventually. Собака, не тормози, давай, бегом. Так, это что-то дальше. Я уже быстрее тебя иду, я уже понял, куда идти даже. Что ты тормозишь? Вперед. Look there, it's a stand. Засидка. Why don't you get a little closer? О, засидка. Засидка, а не башня. Это у меня после Варкрафта все такие. Okay. Башни. Now all you have to do is climb так, into. Так, обнаружена вышка. There you go. Now that you're in a stand, it's time to play the waiting game. You don't have to wait in the stand, but it gives you a nice vantage point, makes you less noticeable. Mm-hmm. Чё мы ждём? Okay, let's wait a bit more. My instinct is telling me something good is about to happen. Так, мы ждём белохвостого оленя, да? There, a white-tailed deer. Yeah. Don't shoot it just yet. You need to carefully plan your shot. Задержи дыхание, целься в жизненно важные органы. Это куда? В ляху? В ногу? А как приблизиться? Take the shot. Куда? Попал? You got that deer. Now, get out of the stand. На тебе, плюху. Я не попал, да? To always memorize the location where you shot the animal. За мной, песик. Пушка. По идее, я... А как перезарядить пушку? Не надо, что ли? Ну, типа, по идее, я жестко попал в него. Три раза, причем. It may have strayed off a bit, but there should be a blood trail where you shot it. Okay, go on. Good look at that blood. Так, пушка, давай. Now, just follow it. Or have the dog. Ищем след. Пушка. Пушка. Что-то нашел? По идее, три пули всадил. Три дырки, три следа должно. Три прямо этот с него течь должно. Мне кажется, я быстрее тебя найду. Сейчас вот так. Shouldn't be too far now. А я могу собаку натравить? Или он только ищет? А, лучше след. Так, вижу, вижу, вижу. Вижу след. Ого, братишка, я его подстрелил, что ли? Бедняга. Смотри. А? Надо перезарядить пушку. Как перезаряжать, мы не перезаряжаем. А, вот перезаряжаем. Это был контрольный. Спасибо, пушка. Так, забрать. Информация о добыче. Вес неизвестно. Размер, время охоты, счет, кредиты, след, ничего неизвестно. Пол самец, белохвостый олень, возраст зрелый. Регион Европа, район Харгида. Оружие бар Зенитвуд HS. Расстояние 100 метров почти. Let's head back. You can use your map if you're lost. Да нет, что тут было добыться. Ну давай, аккуратно. Я знал, куда идти. Так, ну это было легко. Это было очень легко, я бы сказал. Вообще изи, изи-пизи. Дара, охотник, просто... Кстати, еще рыбалка есть. У Дара рыбак получше будет. Я как-то рыбачил с пацанами, короче. Мы поехали в Селиты с пацанами, с ночевочкой. Много пили. Ну, конечно, пили. Ну, мы пили, короче, очень много пили. Вот, и пацаны говорят, типа, утром разбуди нас. Я такой, окей, ладно, разбужу вас, я все равно спать не буду. А, там куча приколов было разных. И в итоге в 6 утра я залетаю, пацаны, подъем! Все, рыбалка началась, 6 утра, давай, давай, вставай, вставай. Эти черти, знаете, что сказать, типа, эй, не буди, спать хотим. Приехать на рыбалку, пацаны называют.
Да что он такой медленный? А, он же с тушей идет. Ё-моё. Ну что он медленно бежит? Wait, did you hear that? Seems there's another animal nearby. Sounds like it's a moose. Как он бежит? You don't have a license for it. Which means you won't be able to hunt it. It always pays to get multiple licenses for a region, so you can hunt more than one animal type at a time. Давай купим. Anyways, let's get back to that cabin. Не, давай купим лицензию. Все сразу. Я же лучший охотник в мире, я должен охотиться сразу на всех. Now that you're at the cabin, all you have to do is claim the animal. When you claim a bagged animal, you can either trade it in for cash or make a trophy out of it. Братан, the choice is yours. Так, распорядиться добычей. Вес 49 килограмм, размер 1,5 метра, время охоты 7 минут, счет 252, калибр 550. След вот такой вот. Два шарингана и две точки. Так, продать, ну, я думаю, это первый же, этот первый, поэтому давайте его сохраним. Первый трофей. Let's go back to your lodge. You're ready. Welcome to the hunting lodge. Так, добро пожаловать в охотничий домик. Здесь можно немного отдохнуть перед охотой и найти нужную экипировку. Открой магазин на компьютере, чтобы забрать постоянную лицензию. Прикольно, слушай, здесь... Офигеть, тут можно столько этих трупов животных вешать. Я хочу сюда оленя первого повешать. Нельзя? Так, а где компьютер? А вот сюда первый олень повешали. Да ну нафиг. Мой первый олень. А где компьютер? Музыка включается? Нет, да? А, вот он. Так это ноутбук, а не компьютер. Так. Лицензии. Что у нас? 5000 монет. Так, лицензия на отстрел гусей бесплатно. Бедные гуси, бесплатная лицензия. На зайцев тоже бесплатная. Так, на индейок тоже бесплатно. За бесплатно отдают, ё-моё. Опа, а вот на европейского кролика уже платная. Так, на лис мы купим. Это кто? Рысь купим. Койотов, мне кажется, бесплатно можно отстрелить. Смотри, на лося, вот у нас рядом. Подожди, в Апике? Это точно? Ну ладно, возьмем. Медведь, хочу медведя. Подожди, вот лось, ё-моё, я не то купил в Апите. 4000 у нас, да, еще? А вдруг мы медведя? Борибалы или гризли? Так, ладно, оружие. Ага, вот оружие дорого стоит уже. Угу. Нормально, метовка есть, ё-моё? Что это за оружие? А, вот дробовики есть, да ну нафиг. Это просто медведи, походу. У меня есть оружие помповое, да ну нафиг. Нифига себе. У меня эту пушку. Мне эту пушку дали, когда я первую бесплатную лицензию взял. А чё, типа с автоматом можно охотиться? Вы чё, прикалываетесь, что ли? Это же вообще не прикольно. Вот это другое дело. Это моя тема. Лук там. Чтобы не испортить, наверное, шкуру, да? Лук вообще тема. Я хочу лук взять, вот классический. Да, все, у меня лук теперь есть, оптика. Так вот, надо побольше оптику, блин, накопить неудобную, которая у меня есть. Бинокль, ненужная хрень, одежда. Ну, блин, смысла в этой одежде я тоже не вижу. А, тут нужно еще... Ну да, на охоту в оранжевом, конечно, идти, чтобы тебя сразу же спалили. Тут дерзкие перчатки.
обувь. А есть кроссовки? Сумка. Рюкзачок, да? А плюс одно оружие, плюс 4 предмета, да. Собаки. Да блин, у меня пушка. Зачем мне другая собака? У меня пушка есть. Все? Как мне вернуться обратно? Че так что было? Что-то было. А, вот же музыка, можно. А тут та назящая музыка. А это что такое? Собаки. Сиди здесь, пушка. А здесь что? Здесь ничего. Ну все? Как мне вернуться в охоту? Пушка Азур Элоги пока недоступна. Нужно добыть по одному оружию, по одному животному каждого вида. Так, выбираем рюкзак. Выбрать оружие. Оружие 1. О, у меня что, забрали снайперскую винтовку? Ёб твою душу. Я думаю, что такое? Оказывается, мне нужно было снайперскую винтовку. Я-то думал, она у меня есть. Так, снарядился, значит. Вики. Так, ну это, понял, обучалка. Шахматы. Вот добавить бы шахматы поиграть. Тема была бы, а? Так, выход, наверное, надо просто сделать, да? Так, оружие может сменить в основной хижине. Когда будете готовы начать стрельбу, встаньте на синюю отметку. Готов. А, тут можно еще менять пушки, да? А где синяя метка? А, да она же не синяя, это голубая метка. Вау! Точно в цель, Дара, лучше! Зачем я купил оптический прицел, я так и не понял. Есть. Надо вот так сделать. Вот так. И потом вот так вот. Пипец это. Так. Ну, в принципе, я могу стрелу убивать, да? Все, я понял, все, у меня зря стрелу трачу. Можно мне сразу в этот, на охоту? Ох, ёпта, идешь как далеко. Так. Самую нижнюю, ну, конечно, так еще раз. Надо же выше брать. Почти в центр. Так, следующий уровень. Ёп, твою душу, 50 метров. Ну, где-то так, наверное, надо. Вот. Забыл натянуть стрелу. Почти в центр! Ну ладно, это было хорошо. Это было хорошо. А дальше что, 100 метров? Ёп, твою душу! Серьезно, сколько метров там? 133 метра! Давай, Дара, ты сможешь. Вот где-то так. Ну, почти. Надо выше. Еще выше? Такой упал. Не, еще выше надо. Вот так где-то.
Нет, вообще, почему? Почему? Давай, Дара! Там! Еще раз. Да бляха, я попаду в нее или нет, а? Тут же не учитывается ветер, да? Так, перелет, что ли? Сука, я попаду в нее. О, почти в центр! Да ну нафиг! У-ху-ху-ху! Почти прям в яблочко. Так, ладно. Это что это? Да, это пушечка называется. Так, я хочу на охоту. На охоту я хочу. Shooting loadout skip. Как мне обратно на охоту вернуться? Ребята, I go to охота. I go to охота, please. А, вот же ёмно, вернуться в домик. Так. Так, как мне... Вот сюда, да? Вернемся в лес Рузвельт. А, там есть у нас штучка одна. Лось. Так, подожди, это же не тот лес. Это не тот лес. Это же не тот лес. Find it. Давай поищем. Там домик другой был. Кого нашел? Блин, там у меня винтовка была, а тут лук без прицела. Слышишь? Ты это слышал? She's a maniac, maniac, oh no no. Давай сюда. Вот наконец-то ты быстро бегаешь, не тормозишь. Ты меня ведешь, пушка. Что-то нашел, да? Ты просто так бегаешь, что ли? Опа, 180 метров, вижу куропатку. А у нас нет на нее лицензии. Ты можешь искать то, что у нас на то, что у нас есть лицензия? Медведь, а не, медведь нет, лоси. И какой-то там еще вид лося. А еще на кроликов можем бесплатно. Что нашел? Что такой большой? Кого мы нашли? Ты где? Песик. Куда он смотался? Я не вижу его. Потерял собаку. А, вот она, ё-моё. Повышенная выносливость. Конечно, повышенная. Я столько бегаю, блин. Go. Ищи давай. Чё ты бездельник? А кто это? Рыжая лисица. А у нас есть? Моча. Цвет мочи. А у нас же нет лицензии на лицо.
Мне что-то кажется, что это кровь, а это не кровь. Повышенная выносливость. Потеряли несу. Бляха, муха. Серьезно. О, короче, эта игра не про меня, вот серьезно. Я просто записал, чтобы попробовать, это же демка. Если вам залетело, напишите в комментах, я, может, вернусь, попробую еще второй режим. Там есть, в принципе, у меня еще есть полтора часа, чтобы в нее поиграть, в эту демочку. Не умею я играть, я вообще не понимаю, для кого делают эти игры про охоту и рыбалку. Это же не прикол, блин. Типа, кто сидит у компа и играет в охоту и рыбалку? Я не понимаю этого. Не знаю, не мое. Короче, всем спасибо за просмотр. Если что, ставьте лайки и пишите в комментариях, понравилось или нет. По мне вата полнейшая, ну типа как-то так. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Você falou pra mim.